Вы в моем саду, и я вам показываю красивый весной цветущий кустарник. Вот он весь весной усыпан вот такими цветочками. Он чуть меньше метра ростом. Весь усыпан весной вот такими ярко красивыми, ярко-красными или оранжевыми, можно даже сказать, цветочками. Мы его подвязали. Вот, как видите, сделали такой заборчик ему, чтобы не лежали ветки на земле. Что наступила осень. Смотрите, какая красота этих плодов на этом кусте. Вот он, хризантемы осенние. Вот, осень. Сейчас мы оторвем. Они очень плотно, колючий кустарник, очень плотно держится на кустике. Вот они в каком виде. Похоже, да? Как бы на лимончики. Красивенькие такие. Вот. Сейчас мы еще сорвем. Вот такие огромные. Вот они. Вот. Не правда ли похоже на лимончик такой? Вот. Красавицы. Мне очень нравится цвет ихний. Вот. Плоды айвы – это кладезь витаминов, как все знаете, и ценятся они за высокое содержание витамина С. В сыром виде вот эти плоды не едят. Они очень кислые и терпкие такие, невозможно их есть. Я готовлю на зиму сырое варенье, как я называю его, лимонозаменитель. А он действительно так, вот лимон, и похож на лимончик. Конечно, он будет лимонозаменитель. Перекручиваю я на мясорубке или блендере. Добавляю сахар 1:1 в равных долях. Раскладываю по баночкам и в холодильник. Чтобы сохранить ценность этого плода, не нужно его оставлять до заморозков. Вот он, конец сентября, и можно их уже срывать. Поэтому ценность вот этих яблочек мы не потеряем. Вот. Сохраним полностью. Очень полезен с этой айвы сок. Действует он как мочегонное. Это проверено. И я вам с уверенностью говорю, что это так. Я сорвала айву. Немножко морозцем ее вдарила. Не успела. Буквально за один день не успела собрать все. Но ничего страшного. Я беру эту айву. Вот, желтенькую. Она очень много у нее семян. Разрезаю ее. Вот, на несколько частей. Выбираю вот эти все семечки, выбираю вот эту сердцевинку полностью. Вот она. Разрезаю еще на несколько частей. Порезала я айву вот на такие дольки. Вот. Сейчас я буду прокручивать на блендере. Часть прокручу на блендере, часть я пущу на сок и на цукаты. Прокручиваем айву 1:1. Засыпаем сахаром и прокручиваем на блендере. Вот такое получается сырое варенье. Лимонозаменитель, как я ему говорю. Вот оно, такая вот кашица. Эту вот кашицу я все раскладываю сейчас вот по баночкам. Так им. И в холодильник. Так, по таким баночкам разлить. И поставить в холодильник. Ну, я, естественно, подписала айва с сахаром 1:1. Особенно хорош сок из этого хеномелеса, из северного лимона. Я сейчас вот высыплю, засыплю его сахаром, оставлю на сутки. Очень выделит много сока. Потом я солью, опять же сама засыплю немножко сахаром. И так я буду повторять несколько раз. И вот эта вот айва вот, будут как цукаты. А сок будет напоминать сок ананаса. Вы не представляете, какая это вкуснятина. Добавляю сахаром 1:1. И оставляю на сутки. Вот такой у нас получился сок. Прям красивый на цвет. И очень такой приятный, пикантный вкус ананаса. Это сырое варенье. Вот такое вот получилось у нас. Ну, а это у нас будет
дольки цукаты. Они еще будут нам давать сок, вот как видите. Вот. А потом будем их просто класть в чай и пить. Вот таким рецептом я хотела с вами поделиться.